Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Алекса с ником Гугаплекс. Знакомый ник, находится он в гильдии Дебук. Тоже и помню, все вспомнил. Группа ВК Дебук, атака фронтов 20-0, пропасть бэкик. Там что-то закидывали, по-моему, предъявы за то, что они читаки или что они там делают. Ребят, я рекламлю гильдии абсолютно бесплатно во время видоса, поэтому что они там делают, как они там делают, я на русском сервере давно уже не играю, в это даже не вникаю. Моя задача паролить, сделать хорошие вещи на аккаунте и не париться. А вот поэтому, что они делают, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что адекватные, нормальные ребята, с некоторыми я общался с этой гильдией, переписывался по поводу роллингов, никаких вопросов, проблем никогда не было. Поэтому свои там мнения, свои, оставляйте все при себе, потому что для меня это просто аккаунт очередной для роллинга. В общем, окей. А у нас сегодня есть коллекционер, довольно-таки неплохой, относительно. Максимум, что отсюда вы вытащите, но это относительно неплохой в кавычках, это изворот и эмблемку «Милость пророка». Все. Остальное все, по сути, фигня полная. Но он уже давным-давно просил роллинг. Сейчас посмотрим, что по героям. Также есть сегодня базар, набор накопления. Точнее, тратится выгода. Вот мы 40к потратим, получим максимум вот такие вот плюхи. Ну, конечно, плюхи херня, по сути. Так, окей. Поехали посмотрим на аккаунт. Ну, судя по тому, что есть огник донатный, где-то 3 пака, что по героям, а розы нет, Фобос, Космо, Трифит, Землеройка, Асура, ну, в принципе, есть кого выбивать, ну, Космо это самое такое, самое желанное, Землеройка, ну, и плюс Фоба тоже неплохо, окей, так, ну что, поехали, начнем, посмотрим, как дальше оно пойдет. Нормальный музончик. Махатма сразу падает. Нифига себе. Дед Мороз. Ну, уже получше. Уже получше, чем на предыдущих аккаунтах падало. Укротитель. Там опять у нас хромакей. Валентина, Валентина. Добрый вечер, Валентина. Ну, тут ничего не сделаешь. Поехали дальше. Призрачный всадник. Блин, леги падают. Реально, реально заколдованный ак. Опять эти читера. Так, и все. ПБшка. Окей, поехали. Поехали в рейд. Будем смотреть, что там интересного. Посмотрим, работает ли наша тактика рейдов для выбивания или нет. Так, окей. Поехали дальше. Туду, рыцарь, рыцарь. Ну, хоть что-то. Дед Мороз, Кинди. Ну, рандомчик, давай. Опять Рину. Ну, нафига вторую Рину? Вот зачем столько Рину? Паладин. Вот паладин это, вот это имба. Это просто капец. Как оно хреново сыпет. Фея, ну, фея, тоже неплохой герой. Так, ровно 20к осталось, блин, это просто капец какой-то. Я в шоке с сегодняшнего, конечно, коллекционера и с сегодняшнего роллинга. Ну, парни очень хотели, и мы обязательно им сейчас заролим. Так, ждем слива читерной Фреи. Видите, она у него просто от зефира не дохнет, реально читерная Фрея. Просто читера, ребят. Я не знаю, что там писали. Я даже там что-то писали, что они что-то начудили. Я даже не знаю, что они там сделали. Что за волосы.
Не знаю, что они там даже сделали, но честно скажу, мне как-то, ну, все равно. Каждый играет так, как хочет. Напишите в комментах, кто знает, что они начудили. Такс. И опять обратно пробомбить это читера. Ну, чем больше комментов, тем лучше. Смотрите, что он делает. Он просто, это просто читерный аккаунт. Фрейя какая-то очень странная. Сейчас посмотрим, что же там интересно за Фрейя такая. Ну, 18К проходит нормально. Странно, как-то цеп маловато бьет. Или это мне так кажется? Явно маскировка есть. Это чит, ребятушки. Маскировочка, это чит. Выживание не вижу. Наверное, скорее всего, стойкость. Посмотрите на него. Просто читерит. 71%. Да давай уже добивай. Уже просто интересно. Ладно, давайте войдем. Смотрим. Думаю, всем интересно, что тут за читерные фреи. Простая вальс. 13-13, обряд лечения. Ничего, ничего такого, ну, реально хороша. Обычное созвездие. Ладно, поехали дальше. Отвлеклись мы немножко от роллинга. Сбили рандомчик. Бубух, князь тыква. Видите, все-таки помогают. Сердцеедка. Это просто пипец, ребят. Малышник. Блин, да где наш космо? Давайте уже. Командорка. Ну, ли я вам скажу, рыцари просто сыпят. А вот по героям, конечно, печаль. 14-15 за 30к. Ну, это реально. Это самый топовый сегодня результат. Ну, читерный аккаунт, как я и говорил. Ведьмочка. Блин, ни Асуры. Нифига нет. Афина, нафига оно здесь? Это просто капец. Гаргул. Бугимен. Медуза. И бум. Да, к сожалению. Коллекционера, конечно, мы собрали. Как-то странно, я, честно говоря, удивлен, что коллекционера мы собрали. Слизней, королеву ус, конечно, не вытащили. Нифига толком нормального мы не выбили, не вибили. Я же белорус, я забыл. Вибили, выбили, вибили. Печально. Реально печально. Печально такие роллинги. Ну что поделать. Это реально печаль. Так, ну что, сливаем. Сливаем, ребятушки, аккаунт. Обязательно, обязательно его сливаем. Других вариантов просто нет. Жизнь, знаете, как это. Ой, не то. Сейчас я хочу кое-что другое глянуть. А, все понятно. Немножко не туда зашел. Делаем так. Тоже красиво, я думаю, тоже приятно. Потому что пацаны красавчики, вот гильдия, не знаю, что они там чудят, творят. Это все фигня. Бум. Нифига себе, нормально заролили, да? Так, мне интересно посмотреть, какие плюхи выпадут. Чик-чик. Ну, что я могу сказать, по чарам такое средненькое. СС-ка. Вот это да, вот это коллекционер. Вот это потом напишут в комментах. Это точно читерный аккаунт. Как же так получилось? Ну что, поздравляю.
В принципе, плюхи довольно-таки неплохие. Так, это уже не наше. Давайте попробуем добить. Может, что-то выпадет интересное. Паладин. Не, ну... Это русский сервер, ребят. Это просто пипец. В общем, вот так вот. Пишите комменты, обязательно ставьте лайки, делайте репостики, участвуйте в конкурсах. Десяточка у нас уже разыграна. Победитель есть. Все сделал, в принципе, быстрый розыгрыш был. Я, честно говоря, удивлен. Но там все было по-правильному, по красоте, так, как надо сделано. В общем, вот так вот. Пишите. А, подождите, что пишите? Собрать. Это ж, блядь, это ж не все плюхи. Ёпрасте. Мы ж тут еще не все открыли. Ай-яй-яй. Такс. Бум. Пожалуйста, ремочка, расколы, со, выживание, все по красоте. Так, а ну-ка, направим. Ложный такое себе. Чик. 35. Две маскировки, обалдеть. Целых две маски, ребят. Целых две маскировки. Ну-ка, интересно, может, у него уже собрались... Ой, тут куда я зашел? В осколки. Блин, вот непривычно, еще не привык. Нифига себе, у него что, его не было? Обалдеть. Вот так вот. Чик. Вот так вот делается все по красоте. Такс. Ну, по героям, конечно, мы нифига толком не вытащили, но мы получили каким-то читом недостающего топового героя. Ну, как топового. Когда-то топового, на сегодня это уже не айс и не то, но он уже здесь есть. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока. Нифига себе, вы видели это? Обалдеть. Поздравляю.